Несмотря на свой юный возраст, эти ребята уже достигли немалых вершин. Они принимают участие во всевозможных соревнованиях. Спортивные сборы – одна из важных составляющих тренировок. Тренировки проходят в Сосновом Бору, на открытом воздухе. Используем также спортзал. Ребятам в целом нравится. Приезжает кто-то уже, приезжает и второй раз. Так как мы проводим не только летние, но и зимние сборы. Проводили также в этом году зимние сборы. Ребята по один раз приезжали. Спорткоманда объединяет все больше, как бы, да, географию расширяет. Здесь идет наборование, то есть они встречаются с разными соперниками с разных городов, обмениваются опытом. Вот. Но и приезжают мастер-классы, мастера спорта международного класса приезжают сюда, показывают. Мы показываем тренера свои, то есть у каждого тренера свой подход, показывает свои какие-то материалы. Дети обмениваются и получают колоссальные знания после, в конце вот этих сборов. Эти знания они обязательно применят на соревнованиях. Ну а пока они просто отдыхают и с пользой проводят время свои летние каникулы в кругу друзей. Вдвойне приятно и вдвойне торжественно, как ребята занимаются именно этим видом спорта, замечательным, прекрасным, мужским, несмотря на то, что и девчонки тоже занимаются этим видом спорта и достигают высоких результатов. Конечно же, отрадно видеть, ребята, то, что в течение всего года вы уделяете очень много внимания этому виду спорта, вы занимаетесь, есть на различные соревнования. Этот год для вологодского самбо юбилейный. Движению исполняется 80 лет. В связи с этим сегодня руководитель Великоустюгской организации самбо Андрей Голев вручил благодарственные письма тем, кто помогает развивать это направление спорта на родине российского Деда Мороза. После поздравлений и напутственных слов участники второго слета самбистов порадовали собравшихся зрелищным показательным выступлением. Все ребята надолго запомнят и приемы, которым их научили тренеры, и, конечно, встречу с главным волшебником страны. Своими впечатлениями от слета начинающие спортсмены уже успели поделиться. Мне здесь очень запомнились наши тренировки. Что было на них интересного? Интересные нагрузки, упражнения, броски. Нравятся мастер-классы. Что-то новое для себя узнал в этих мастер-классах? Да. Как можно переходить на болевой, допустим, на удержание и на другой болевой, с одного положения. Мы тут пашем, потом у нас 3 тренировки в день, потом мы кушаем в столовой, там очень вкусно кормят, и вот тут мы живем. Мои впечатления о сборах положительные. Там мы едим, тренируемся, отдыхаем. Как часто и сколько часов вы в день тренируетесь? Мы тренируемся 3 раза в день. Утренняя, дневная, вечерняя. Тренировка длится 2 часа. Мне кажется, нужны, даже можно почаще делать, не 2 раза в год, как делают обычно зимой или летом. Можно делать каждый там, месяца 3-4, чтобы больше было и стимула у детей, и воспитание тут у них такое, что, мне кажется, на пользу им это идет. Впереди у ребят еще 2 недели тренировок с сильнейшими самбистами из Владимира, Сыктывкара, Санкт-Петербурга и Вологды. Алена Белозерцева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».